И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же на официалке. Да, все так же на официалочке я играю. Карта The Island. Как вы видите, мой домик пока что еще не зарыли, хотя пытались, если честно. Что же произошло? Ну, во-первых, я очень апгрейдил свой домик. Сейчас я звук уберу в наушниках. Вот, я очень апгрейдил свой домик. И что же я сделал? Давайте посмотрим на него снаружи. Да ладно! И ты так хрюкаешь, ну нифига себе. Ну, во-первых, как видите, он стал трехэтажным. Я ему добавил третий этаж. Ширина здесь также осталась. Мой плот также не поломанный, так как он стоит рядом с домом, и поэтому его не рушат. Кстати, тактика вполне неплохая. Реально, вот сколько он уже стоит, его один раз только дверь ему попинали, и все. И все. При всем при этом он у меня, как видите, такой большой. То есть, если сделать его 3 на 3, то есть вот этот фундамент также заставить, то центр можно вообще сделать каменным. И здесь сделать маленькую коробочку в итоге каменную. И внутри хранить лут. Или вообще металлическую коробку. Суть в том, что будет стоять дом. Рядом стоит плот. Якобы просто так он стоит. И внутри хранится лут. Почему бы и нет? Так, ну... Давайте для начала я покажу. Здесь у меня заспавнились соседи. Они потихонечку расширяются. Апокалипсис потихонечку расширяется, потихонечку строится. Ну и пусть себе строится. Что-то тут пытались, бегали и так далее. Ну, мне как-то на них пофигу. Вот. Другие же меня пытались... О, перчик летит. Перчик дикий. Да, дикий птерчик. Кстати, тут редко птерчиков можно увидеть. И откуда такой летишь-то? Прикольно. Вот. Суть-то в чем? Рейдить меня пытались другие. Пытались, поломали немного дом, то есть больше поагрили немножечко. Я уже успел на тот момент сделать себе оба люка. То есть, ну, во-первых, поднимаемся наверх. И здесь у меня окна, как видите, да? То есть все нормально с дверками. У меня все стены это сплошные окна. Люки, то есть дверцы стоят для того, чтобы не видели, что я делаю. Вот, дальше поднимаемся наверх. А, дождик пошел, отлично. Пить не надо бежать. Вот, и вот тут я уже начал отстреливать. Как вы помните, я сделал себе пистолет, и я начал их отстреливать. Попал немало раз, их было двое, попал немало раз. Ну вот, потом они просто меня усыпили с помощью дротиков. Ну, понятно, дротиков-то мне надо немного, тем более стойкость у меня ни о чем. Тогда была еще меньше, сейчас у меня стойкость 20-ка. Кстати, 20-ку я только что качнул. И сейчас я буду скачать, наверное, скорость... Нет, наверное, вес до 300 догоню, а потом уже буду качать скорость передвижения, чтобы быстрее бегать. Кстати, насчет характеристик можете писать в комментариях. Я качаюсь очень медленно, да и всегда можно использовать тоник. Пишите свои мысли о том, допустим, Z-500, да, там V-100. И все в таком духе. То есть пишите, как бы вы или как вы качали своих персонажей. Вот это, кстати, реально. Напишите своих персонажей. Можно написать здоровье-200, выносливость-200, вот как у меня, да. Вот. Мне интересно. Мне интересно. Я очень мало смотрю ютуберов, и я очень мало знаю этой информации. Кто как качает и так далее. Так что мне будет это очень в помощь. Реально, напишите, как вы качаете на официалках своих персонажей. Или как бы вы качали своих персонажей на официалке. Потому что есть, к примеру, калькулятор и так далее. Если не ошибаюсь, на персонаже они тоже есть. Хотя я знаю, что на томлении есть. Может, на вкачке персонажа тоже есть. Вот. Поэтому как бы напишите, что да, когда, где. Я же вкачал, как видите. Пока что здоровье 200. Выносливость 200, вес 200, скорость передвижения 125,5 и стойкость 20. Стойкость пока что трогать не буду. Сопротивление холоду и жаре достаточно пока что 41. Дальше я буду качать вес до 300. Обязательно качну вес до 300, потому что маленький вес в соло, маленький вес это нереально.
Здоровья вполне пока что предостаточно. Как видите, я уже стал замерзать, и у меня начало отниматься здоровье. Но раньше мне стоило только выйти, и я сразу же холодно. Вот. Так что, как бы в этом плане все легко и просто. Аргентавис, это мои соседи. Оп. Оп. Да, это мои соседи. В общем, короче, они у меня здесь были. О, они куда-то полетели. Наверное, охотятся, полетели. Вот такие вот дела. Вот, в общем, я их здесь отстреливал, потом они просто на парашютах сюда приплыли, прилетели и забрали у меня пистолет. Ну, собственно, у меня только и был пистолет, я ни броню, ничего не брал. У меня только был пистолет, как бы, и все вполне нормально. И патроны чуть-чуть. В итоге они мне потом убежали, то есть я их сагрил, когда проснулся, я их сагрил, они меня убили. Я потом респанулся на кровати, они уже убежали. Вот, потом они прибежали, ну, то есть я там по берегу бегал, бегал, смотрел, откуда они, потом я смотрю, они опять около моего дома. Непонятно, что да когда где. Суть в том, что они прибежали отдать мне мой пистолет. Они реально отдали мне мой пистолет обратно. И то есть они там типа через связь мне пришли даже включить связь. Слышу, смотрю, микрофончик загорается. Вот. И они мне отдали мой пистолет. Эй, журнал. А, журнал чистится, когда я перехожу с сервера на сервер. Ясненько. Жаль. Вот, и что получается? Отдали мой пистолет и мои патроны. Так что, конечно, чуваки, этим чувакам огромное спасибо. Воу, воу, воу! А что у меня так зависло? Ничего себе, у меня таких игр зависло. Вообще-то это печально. Да, это чисто игра зависла. Ну и, соответственно, запись тоже у меня зависла. Вот, конечно, этим чувакам огромное спасибо. Они, несмотря ни на что, отдали мне мой лут. Вот, блин, это не весело, нифига себе, только началась. О, отлично, вылетел. Значит, все нормально. Значит, я зайду. Ну, надали мой пистолет, и все хорошо. Как говорится, начало должно начаться с фейла, и именно с такого фейла, поэтому как бы все нормально. Что же я на сегодня хочу сделать? Найти новое место для базы. Ну, смотрите, у меня такие прям конкретно развивающиеся соседи. Я чувствую, они меня скоро бабахнут. Вот, поэтому как бы сейчас я буду думать, где же все-таки построиться. И у меня будет три основных базы. Центр, Айсланд, Рагнарок. Три будет основных базы, где я буду, куда я буду перемещаться. Ну вот такие вот задумки на данный момент. Ну все, прошел рестарт сервера, все стало замечательно, сам не ожидал. Чуть-чуть не успел буквально, я уже собирался договорить и поставить на паузу, и как раз был бы рестарт. Не успел. И знаете, я ну, когда сервер выключился, поставил на паузу, и знаете, какая у меня первая мысль пришла в голову? Блин, а ведь реально чувака мне повезло. Чувак как раз прилетел на Аргентависе и стал рестарт. То есть его рестарт по факту встретил в воздухе. Чувакам реально не повезло. Блин, надеюсь, у них все хорошо, потому что они мне реально они меня еще ни разу не рейдили, не пытались убить и так далее. И, по-моему, чуваки как-то вроде нормальные, спокойные. Вот, кстати, хотел показать вот этот вот ящичек. Не знаю, зачем мне столько пороха. Кстати, примерно около такого же количества пороха у меня сохранится в луче. Да, надо, кстати, будет скоро лут передропать. Там у меня металл до сих пор хранится и металлические слитки. Вот. Так почему же я хочу переехать, если фуш мне так, то есть все хорошо. И вода, как говорится, рядом, и все замечательно. Ну, хотя бы из-за того, что мне придется поднимать еще выше здания. Туда дальше я строиться уже не могу. Почему еще выше поднять, так как у меня с этой платформочки, либо с той платформочки могут пролететь на парашюте, а это уже очень даже дерьмово. То есть по факту могут приземлиться ко мне на крышу тупо на парашюте, без вспомогательных динозавров. Это уже фигово. Опять-таки же, как я уже сказал, дом туда не расширяется. Здесь, почему у меня вот здесь нету фундамента и здесь нет фундамента? Ха, он не строится. Он просто тупо фундамент не строится. То есть по факту
я сейчас уже превысил, достиг лимита своего здания, которое я могу построить. А это уже фигово. А делать из него длинную колбасу я не вижу смысла. Поэтому нужно строиться в другом месте. Что я хочу сделать? Я сейчас, ну, во-первых, конечно, вы можете поправить меня, но если я не ошибаюсь, можно же застроить луч. У этих чуваков вот этого внешнего периметра не было, и луч спавнился прямо около их шипов. Вот эти шипы сейчас ограждают луч, и луч спавнится прямо у них. Я, конечно, его еще не видел, чтобы он у них спавнился и так далее. Но по факту он будет появляться именно там. И я тут задумался, блин, надо реально строиться около луча, чтобы луч был на территории моей базы. И да, у меня огроменные замашки для соло-игрока. По факту, я сейчас имею тот самый маленький домик, который нужен соло-игроку. Чтобы пройти до ресурса, надо раз, два, три. Сломать двери, либо две стены, либо стена, рампа и дверь. Ну, суть в том, что ломать нужно дофига. А по факту получит нифига. Вот, и как бы, конечно, у меня просто огроменные замашки, как до соло-игрока, но я все равно хочу построиться так, чтобы было все хорошо. Поэтому эту базу я буду, конечно же, сносить. Поэтому в этой серии мы будем искать, где строится. В следующей серии либо я за кадром построюсь. Вот. И потом уже надо томить динозавров. Че, я только птерчика на стриме притомил, как говорится, и все, слабенького, маленького. Ну вот, надо, кстати, его передропать в луч. Да. Кстати, сейчас обратно вернулся к той построечке, которую я рейдил. Я зарейдил самого мистера Макдональда. Да, вот такие вот дела, не ожидал. Смешно. Кстати, я что-то намудрил в настройках, у меня появилась тень. А до этого ее не было. А на центре у меня исчезло небо. А до этого оно было. Не знаю, что я наделал, короче, но это явно не то, что нужно. Вот, чувака зарядили. Ё-моё, да ладно, здесь всего лишь одна дверь стояла. Печалька. Печалька. Здесь стояла всего лишь одна дверь. Ёперный диатор, вот это я не знал. Да уж, домик-то большой, а вот толку-то от этого домика ноль. Как видите, вроде бы и дофига всего, а толку нифига. Пространство большое. А, ну да, там закрыто. А, защиты никакой. Оп, откатило. Да уж. Да уж, да уж, да уж. И я бы мог бы здесь тоже покутить немножко. Ну ладно, я думаю, зарейдили Нила те чуваки, которые пытались рейдить меня. Тиридинозавр. Ху-ху. Прилетел я на свой сервер, где я спокойно себе построился, и притомил себе птерчика на стримчике. Вот, вот, да, все на месте. Вот, и для чего я за птерчиком прилетел? Это просто кобзда. Я открываю карту, а он мне показывает полную дичь. Ну вот как, к примеру, сейчас. Видите, да, где он показывает мне и где нахожусь я по факту. Если что, показывает выше подковы, а я нахожусь ниже подковы. То есть суть в чем? Они отдалили руку, но координация пока что еще очень даже дерьмово расстановлена. И кстати, вот это то самое черное небо, про которое я говорил. Да. Что я только не делал, его не переделывают. О, кстати, лучик вовремя опускается вниз. Целенький, все целенькое. Ёкарный бабай, вот это ж мне повезло. Все просто здорово, все целенькое и замечательно. Вот, ну, а я тут тихонечку, немножечко сейчас хотя бы пару фундаментов что ли построить, и на том будет хорошо. Но мне нужна солома для этого. Вот, пришел я, собственно, за птером для того, чтобы взлететь уже наконец-то, полетать немножечко и немножко сориентироваться, где же я могу построиться. Строиться я буду на другом сервере, но это не означает, что я тот сервер заброшу.
База у меня на том сервере также и останется. Пускай будет. Как говорится, не зарейдят, и на том хорошо. Вот, ну, новую базу я построю именно в том месте, где мне будет удобнее. В том плане, что я смогу расширять свою базу. Ну, хотя бы два фундамента, и на том хорошо. Да, у меня с камнем будет кирдык. Ну, вот такие вот дела. Просто пытаюсь инвентарь немножечко освободить. Кстати, да, я левелапнулся, 210 веса, это просто здоровски. Кстати, что у тебя тут с хавкой? О, даже второй левел получил, здорово. И хавка вся протухла. О, кстати, протухшая хавка-то, на тебе хавку. Здорово, я как раз налутал ее. Так что все замечательно. Вес, конечно, перебор. А если вкачать ее вес, толку никакого не будет. Ну ладно, хотя бы двигаться можешь, на том уже хорошо. Да уж, не айс. Я бы тогда же сказал, не истребитель, блин. Эх, но зато двигается. Вот, ну конечно, я сейчас просто скину нафиг. Вот, допустим, дерево мне оно точно нафиг не нужно в таком количестве. Вот так вот. И теперь, опаньки, я могу двигаться как нужно и куда нужно. Да, конечно, сейчас я получу огромнейшую проблему в том плане, что я загружаю птерчика. Потом я его выгружаю, птерчика, и вуаля, у меня опять сутки откаты, и мне придется там здание строить большое. О, бутылка, здорово. Вот, строить большое здание, ну да ладно. Кстати, металл у меня успел исчезнуть, я заглядываю в луч, а там, твою мать, там просто минуту осталось, полторы минуты. Я даже не успел запись включить, потому что просто тупо надо было срочно перекидывать, а у меня там Карна еще бегал. Это просто казнь. Кобздец, да, выживалочка-то еще та. Ну, осталось селитра, немножечко пороха. Кстати, порох весь исчез. Остался только единичка. Было там примерно чуть меньше половины от того, что я вам показывал в ящике. Ну, да, это все фигня, как бы. Порох дело наживное и легко наживное. В этом плане он на ночь пошел спать, закинул дерево, все переплавилось, и опять тьма пороха. Даже если в соло играем. Так, ну а что? Я путешествовать. Ну вот. Собственно, прилетел только на остров, и сразу же, опаньки, лучик мне. Как я понял, вот эти вот ставят сейфы, топовые трайбы данного сервера, чтобы можно было загружать, выгружать без... Вот это хорошо, вот это здорово, вот это замечательно, великолепно, давай тоже пригодится. Чтобы без лишних заморочек могли загружать да выгружать. Так. Экипируйте седло. Седло, на тебе жратву. И погнали. Ну, вот так уже намного лучше. А что это я около красного? А синий там, красный там, зеленый там. А, все правильно. Я около красного, да. В целом, здесь местечко-то здоровское. Здесь местечко, здесь, конечно, уже стоит не то, что мне нужно. Вот. Сейчас какая моя задача? Полетать, посмотреть, оценить, что да когда где, и понять, где я могу построиться, да, в упор, так сказать, к лучу. Было бы здорово. Было бы очень здорово. Но для начала нужно дождаться утра. Потому что ночью летать это точно полный кабздам. Да. Короче, если вы захотите полетать ночью и осмотреться на территории, то, во-первых, не делайте этого. Во-вторых, не делайте это во время тумана. Ё, просто, это просто кабздец. Просто... Я сейчас не заметил, как я в воду залетел. Я тупо летел прямо-прямо, и тут, оказывается, я бам, в воду залетел. И не смог сесть. А как не смог? Я летел на отдаленной камере. То есть на альте. И когда садился на птера, у меня включался альт. Я понять не мог, почему, что за фигня творится. Я опять влетал в воду. Я думаю, мне кранты. Я думаю, меня сожрут сейчас акулы, либо еще кто-то. Честно. Не летайте по ночам. Это мой вам совет. Ну, хотя бы туман рассеивается на том хорошо. Да уж, приближаюсь все дальше-дальше к своей цели, а именно к поиску хорошего места. Я обратно возвращаюсь к тому месту, где я уже строился, так как я там хотя бы хоть что-то знаю.
Да, конечно, вот то место здоровское, тот остров, если он не закрытый, но он не занятый, а судя по количеству деревьев, он не занятый, там можно построиться. Но я боюсь, что меня выселят там в ближайшее время. Вот, потому что место козырное, этот остров. И занять его вполне себе неплохо. Вот, ну а я ищу, где скопление обелисков большого, точнее маяков. В большом количестве и надеюсь хоть что-то найти. Да, вроде бы и сервак хороший, вроде бы и тихий, и народу немного, ну я имею в виду хороший для строительства. Практически у каждого участка Blade of Darkness, да, стоит их не сейф и ничего с ним не сделать. Да. Не везет, так не везет. Кстати, в одном из лучей нашел 13 стрел и лук. Вообще здорово. Может, так сказать, повезло. Сейчас вот наркотик нашел. Так. Кстати, я нашел способ, как перекидывать предметы, но я уже луч выключил, поэтому я сейчас не смогу показать его. Но способ довольно-таки прикольный. Ну, по крайней мере, так быстро можно перекидывать. Блин, в общем, либо придется строить халупу, лишь бы только птерчика, так сказать, защитить, и потом искать другой сервер, либо не знаю, это чё. Вообще просто тупо неудачные поиски, это, конечно, весело. В кавычках. Все, конечно же, в кавычках. Потому что птерчика я сейчас не выгружу, так как 24 часа нужно ждать, пока его можно будет выгрузить. Чего? Полечу, походу, делаю обратно к зеленому. Там я хотя бы хоть что-то хоть как-то знаю. И там уж места познакомее, нежели здесь. Да уж. Не везет. Да, вот еще одно местечко. Вроде бы место кайфовое и построится здесь неплохо, но Blade of Darkness, да? Blade of Darkness, вот он, ихний сейф. Фигово, фигово, прям конкретная подстава. Да. Ну, сразу видно, что чуваки к своему делу пошли более конкретно. И построиться здесь теперь это точно нельзя. Так как нужно сначала сейф сломать. Ну, а там сейф сломал, как говорится, трап увидел и... Да. Все бы называется будет плохо. Потому что, если я не ошибаюсь, они все подписаны. Да, вот видите, у них у всех координаты подписаны. И если сломают, то они сразу же будут знать координаты. То есть заходят так в К, ой, в Н. Ой, ну здесь мне надо создать трап. Вот. И уже видят, собственно, по каким координатам сломали им обелиск и соответственно туда бегут и все к чертям собачьим ломают. Да, вот так вот, как говорится, все легко и весело. Да, погнала, короче, к зелени, буду пробовать там хоть что-то найти. Да, конечно, хоть и ночь, ни черта не видно. Я сейчас пытаюсь что-то разглядеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, там бронтач стоит, он не просто так там стоит. Потому что мне кажется, он нифига не дикий. Поэтому не хочу туда лететь. Ночью, по крайней мере, надо днем смотреть. Я устал. Я устал. Я устал. Ох ты, господи, я уже просто тупо час летаю по этой сраной карте. В надежде найти хоть что-то, хоть какое-то место, где я смогу построиться. Мне нужно, чтобы место было большое, луч был не занят. Но, смотрите, Light of Darkness. То есть, если я ломаю луч, то, соответственно, они сразу же видят это все дело. Точнее, ломаю грядку, чтобы здесь построиться, они все это дело видят. Да, здорово. Вот, ну еще и пику нашел хорошую. Дурдом какой-то творится. Дурдом. Полный. Да уж, встречаем туманный рассвет. Ах, черт побери, на том же месте, где я и строился.
Да, я вернулся на то же самое место. Но не все так просто. Проблема в том, что опять у места обелиска, точнее маяка, стоит где-то здесь, стоит, короче, в общем, этот грядка. То есть здесь весь сервер под контролем, а именно лучи все под контролем, чтобы никто здесь не строился. И я думаю, если что не так, то сразу же гнев этих чуваков возгрузится на меня. А это уже проблема. Это уже реальная проблема. Поэтому на этом сервере я уже точно строиться не буду. А вот халупу построить придется. Только лишь чтобы птерчика где-то спрятать. Эх, кошмар какой-то. Да. А ведь так все прекрасно начиналось. Такие были задумки наполеоновские. Но не судьба. Ладно. Серия получилась дебильная, с блужданием и ни о чем, я бы так сказал. То есть просто тупо блуждание, 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 поэтому я даже не знаю. Я знаю, вы там писали в комментариях, строиться у вулкана, на горах и так далее, но опять-таки же я не хочу строиться там, где много народу. Зачем мне строиться там и людей провоцировать на то, чтобы меня рейданули? Мне нужна просто огромная площадка, где есть обелиск, и я смогу там построиться спокойно, и мне не будут мешать. Да, в этом-то оказывается вся и проблема. Короче, придется сначала строиться где-нибудь на другой карте, а потом уже с разведкой пробежаться по этой карте. Да. В общем, короче, все сложно. Все сложно с островом, все намного сложнее, так как я эту карту нифига не знаю. Так же, как и Рагнарок. А вот с центром все легко и просто. Сколько я уже на этом центре пролетал, пробегал. Да. Так что я думаю, сейчас я уже построю себе свою халупу здесь. Спрячу птерчика, чтобы потом можно было его выгрузить по-нормальному и так далее. И уже буду строиться на другом сервере. Перенесу весь лут и так далее. Да уж. Но это, я думаю, уже будет после того, как я себе заменю материнскую плату. Я сегодня заказал материнскую плату, она должна будет мне прийти. И уже там. Почему, кстати, ну, такая маленькая ремарка. Из-за чего я заказал себе материнскую плату новую. Она практически то же самое, но там 4 слота под оперативку, и моя плашечка на 4 гига будет у меня теперь не валяться, а работать на меня. Потом еще попробовать разогнать свой процессор, и должна игрушка идти получше. Так что я надеюсь, что у меня будет все хорошо. Вот, заодно переустановлю всю систему, поменяю термопасту, так что я очень рассчитываю на то, что либо в следующей серии, либо через, ну, в ближайших сериях у меня качество улучшится. Я очень на это рассчитываю. По крайней мере, это минимальные взносы. То есть вместо того, чтобы полностью менять свои оперативки, я подумал, что я ж могу просто поменять материнскую плату, поставить чуть-чуть получше и тем самым еще вернуть свою оперативку на место, так сказать. И будет у меня 16 гигов. Ладно, посмотрим, что у меня получится сделать с компьютером. Может, это будет тоже в следующей серии. Но я обязательно расскажу, получился прирост или нет. Но если что, возьмите на заметку. Сейчас, вот на статичной картинке, у меня при записи 35-36. Ну, а на паузе это, то есть, со включенным ОБС, со включенным маньяком, 40. Но при выключенной записи полностью у меня 60. Так что все пока что вполне неплохо. Посмотрим, будет ли прирост. Ну, а пока на этом все. Уж извиняйте, дебильная серия получилась, честно. Вот, когда меня пытались рейдить и так далее, вот тогда надо было мне включать эту запись, и было бы куда намного веселее, нежели сейчас. А сейчас, ну, такое.
такое себе. Все, на это все народ. Извиняюсь еще раз за то, что получилась такая серия блуждания, но я очень рассчитываю на вашу помощь, что вы мне поможете. Поможете найти место для постройки. Как вариант еще запустить стримчик и вместе с вами полетать по карте и поискать, где построиться можно. Да, как один из вариантов. В общем, я очень на вас рассчитываю, что вы мне поможете. Поэтому подписка, если впервые на канале. Лайк, если поддерживаете меня, потому что серия была дебильная, но если поддерживаете меня, то лайки. Ну и, конечно же, комментируйте, пишите в комментариях, что, где, как, зачем, почему. В общем, я много чего спрашиваю в этой серии, так что есть о чем поговорить. Поэтому на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.